Здравствуйте, я Наталья Титова. Это программа «Такой день». Мы рассказываем о самом важном из жизни региона. Сегодня в выпуске. Подавляющее большинство угнанных – это девушки и юноши 15, 16, 17 лет. Сохранять и передавать будущим поколениям задокументированные факты истории, которую сейчас стараются переписать. О геноциде на территории региона говорили участники встречи в Белгородском госуниверситете. Кроме как в медицине, я сейчас больше нигде не вижу. Необходимые консультации опытных специалистов быстрее и удобнее. В каких микрорайонах Старого Оскола открыли офисы семейного врача? Третий бой был еще сложнее. Я уже пропустила несколько баллов. Я смогла на последних секундах их отработать. Среди участников из 7 стран показали достойный результат. В Минске завершились международные соревнования по карате. Какие медали у белгородцев? Об этом мы не только будем говорить сегодня. Подробности далее, а вначале об открытии в областной столице Центра развития военно-спортивной подготовки и патриотического воспитания молодежи. По поручению президента такие учреждения создали в 12 пилотных субъектах страны, в их числе и наш регион. Для первых учебных групп концертная программа в ЦМИ. Там же мастер-классы по разным направлениям. Конечно, было и знакомство с самим центром на базе ДСАФ, где будут обучаться ребята. Вместе со школьниками с армейским ремеслом познакомилась и наша съемочная группа. Сергей Черкашин подробнее. Миноподрывное дело, огневая подготовка, тактическая медицина. Для каждой из военных дисциплин своя экспозиция и инструктор. У вас должен быть быстрый доступ. В первом эшелоне это жгут либо турникет. И можно начинать. Это только азы. Совсем скоро будущим защитникам Отечества предстоит изучить все тонкости армейского ремесла. Помимо знакомства с принципами работы гранатометов, разборкой и уходом за разным вооружением от пистолета до снайперской винтовки, удалось даже запустить военный квадрокоптер. Программа обучения в Центре развития военно-спортивной подготовки и патриотического воспитания молодежи рассчитана на 144 часа. Занятия будут проводить во внеурочное время, а поделятся знаниями 20 инструкторов из числа ветеранов воинских и силовых подразделений, а также участников СВО. Наставники прошли трехмесячное обучение. Руководить центром назначили Леонида Погорелова. У него диплом международного инструктора по подготовке специальной полиции, 5 государственных наград и, что немаловажно, боевой опыт. Если что-то вас заинтересует и вы захотите задержаться здесь подольше, здесь двери для вас всегда открыты. Появление такого военно-патриотического центра в Белгороде, одного из 12 в стране, для региона событие знаковое. По этому поводу большая концертная программа. В зале герои России, опытные наставники и, конечно, первые участники. Это 300 юношей из областного центра и ближайших муниципалитетов. В торжественной церемонии принял участие и губернатор Вячеслав Гладков. Все по-настоящему. Здесь боевые офицеры будут говорить вам о серьезных вещах. Как выполнить приказ, как добиться поставленной задачи, как сохранить жизнь себе и своему товарищу. Очень хочу, чтобы уже через 2-3 месяца мы открыли такие центры во всех 22 муниципальных образованиях области. То есть наша задача – максимальный охват работы в этом направлении. Подготовка старшеклассников к срочной и контрактной службе в армии – то, для чего и был создан центр. Занятия для школьников начнутся уже завтра. Сергей Черкашин, Евгений Цапков. Такой день на Мире Белогорья. Продолжаем. В мире полным ходом идет борьба с историей. Ее всячески переделывают, стараются стереть со страниц жуткие свидетельства зверств гитлеровского режима на территории нашей страны и родного края. О геноциде мирного населения, фактах, которые нельзя забывать, и о судьбах людей, чьи жизни разрушила война, говорили на открытой встрече в Белгородском национальном исследовательском университете. В ней приняли участие более сотни будущих педагогов-историков, преподаватели, юристы, представители прокуратуры и Следственного комитета, ученые. Точные цифры человеческих потерь нет до сих пор. Только в областном госархиве новейшей истории хранится свыше 36 тысяч фильтрационных дел и больше 50 тысяч учетных карточек на угнанных и военнопленных.
Угнанные были разных возрастов. Подавляющее большинство угнанных – это девушки и юноши 15, 16, 17 лет. Когда читаешь личные воспоминания, то ты начинаешь жить историей этого человека. И в этот момент неважно, вот было их 500 таких трагедий или их было 5. Это сильно меняет ситуацию. К разговору о преступлениях, у которых нет срока давности, присоединился и губернатор. Он отметил: свидетельство о том страшном времени, воспоминания ветеранов Великой Отечественной, людей, переживших оккупацию, необходимо сохранять и знакомить с ними подрастающее поколение. Особое стратегически важное значение приобретает работа преподавателей истории, ведь среди молодежи есть ребята, которые даже не представляют, сколько людей нашей страны отдали жизни за победу над фашизмом. За очень короткий промежуток времени ценности очень быстро переворачиваются в сознание, и назад уже их вернуть крайне тяжело. А для этого нужно минимум 2-3 поколения. Поэтому наша с вами задача постараться сделать так, чтобы вот информация о том, что происходило, о том страшном времени, она не ушла с последними ветеранами Великой Отечественной войны, которые с оружием в руках воевали в ту страшную войну. Ну, у нас их сейчас осталось около 200 человек. За время оккупации Белгородской области нацисты и их пособники, по данным прокуратуры региона, истребили более 70 тысяч человек. Добавим, в эфире программы «Такой великий день». 9 мая выходил специальный репортаж Богдана Арисланова о геноциде советского народа на территории области. Материал доступен на наших интернет-ресурсах. Обязательно посмотрите, чтобы помнить. К другим темам. В регионе заработала горячая линия по вопросам, связанным с прохождением службы в российской армии. По номеру 122 уже принято порядка 300 обращений. Около 90% заявителей получили ответы. 30 операторов ежедневно с 8 утра до 20:00 готовы дать пояснения как военнослужащим, так и их родственникам. По региональным выплатам, по порядку проверки выплат и федеральных, по выплатам по ранениям, по тому же отпуску. Большинство отрабатывается операторами, но есть вопросы, которые не могут отработать наши операторы. Они фиксируют обращение, максимальную информацию описывают и передают дальше по компетенциям. В основном обращаются родственники военнослужащих с просьбой уточнить местонахождение военнослужащего, где он сейчас находится. Если поступают более сложные вопросы, чтобы отработать их максимально эффективно, специалисты взаимодействуют с профильными ведомствами. Звонки вне рабочего времени записывают и после связываются с заявителями. Продолжим темой медицины. Помощь специалистов в шаговой доступности. В Старом Осколе сразу в нескольких отдаленных от центра микрорайонах открыли офисы семейного врача. Их построили по нацпроекту здравоохранения. Теперь жители массивов ИЖС могут получать необходимые консультации гораздо быстрее и удобнее. Оксана Черных продолжит. Молодая, энергичная, полная энтузиазма. Диана Черкасова пришла в новый офис семейного врача в микрорайоне Казацкий после поликлиники. В профессии уже закаленная, работала в пандемию. К тому же продолжает учиться, осваивает вторую специальность – врача общей практики. Мне казалось, что я боялась крови, но когда пришел момент разделять, куда идти – физмат, химбио, инфотех, я выбрала почему-то химию с биологией, но потом в дальнейшем абсолютно не пожалела об этом, потому что кроме как в медицине я себя больше нигде не вижу. В новом офисе современное оборудование. К примеру, техника для измерения давления глазного дна, кардиограф, переносной аппарат лор-диагностики. Есть просторный кабинет акушера-гинеколога и одноместный дневной стационар. А это массив ИЖС Заречье уже в другой части города. И здесь тоже новый офис семейного врача. Качественная медпомощь стала ближе для 2000 староскольцев. Прийти в офис гораздо ближе, чем нежели им ездить в поликлинику номер 3. То есть это шаговая доступность. Александра Стрельникова в первичном звене 14 лет. Освоила две специальности – врача общей практики и гастроэнтеролога. Длительное время я работала в поликлинике номер 3. ЦРБ бывшая. Когда я устраивалась на работу, руководство мне предоставило жилье. Кстати, в этом же районе, на Заречье. Вот. Потом со временем здесь построили офис, и я попросила руководство, чтобы меня сюда перевели.
Удобные, оборудованные. Новые офисы семейного врача схожи по своему функционалу, а главное – в шаговой доступности для местных жителей. Записаться на прием можно уже привычными способами – через электронную регистратуру и по номеру 122. Наталья Войтенко, Оксана Черных, Сергей Лихвер. Программа «Такой день» на Мире Белогорья. Сейчас о происшествиях. Трое молодых белгородцев минувшей ночью устроили настоящий праздник вандализма на улицах родного города. Юноши повредили световое оборудование в подземном переходе, разбили остекление остановочного комплекса, вытоптали клумбу с тюльпанами, перевернули и подожгли мусорные баки. Свою прогулку снимали на видео, которое опубликовали в соцсети. Горе блогеров оперативно нашел наряд патрульно-постовой службы. Для чего вы это делали? По пьяни крыши поехала. Вы были в состоянии алкогольного опьянения? Нарушителями оказались подростки 15 и 17 лет, уже состоящие на профилактическом учете, а также их 18-летний приятель. В отношении 17-летнего и 18-летнего белгородца в настоящее время составлены административные материалы по части 1 статьи 20.1 Кодекса об административных правонарушениях Российской Федерации. Отец несовершеннолетнего правонарушителя также привлечен к ответственности по части 1 статьи 5.35 Кодекса об административных правонарушениях Российской Федерации за ненадлежащее исполнение обязанностей по содержанию и воспитанию сына. 15-летний юноша, ранее уже попадавший в поле зрения правоохранителей и являющийся фигурантом уголовного дела о грабеже, находится в отделе полиции. В настоящее время решается вопрос о привлечении его матери к административной ответственности. Тем временем в областном центре в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги» продолжают ремонт участка от Белгородского проспекта до улицы Гагарина. На отрезке протяженностью более 1,5 километра не только уложат асфальт и нанесут новую разметку, но и обновят дорожные знаки, заменят бортовые камни, а также модернизируют светофорный объект на перекрестке с Мичурина и расширят поворот с этой улицы. На покрытии образовались значительные дефекты в виде колейности, ямочности. Кроме этого, была необходимость в повышении безопасности дорожного движения. В связи с этим был разработан проект организации дорожного движения, который предусматривает обустройство дополнительных светофоров, дополнительных пешеходных переходов, островков безопасности, направляющих островков, дополнительных правоповоротных полос. Последний раз ремонт этого участка дороги проводили в 2015 году. Текущее обновление не только повысит безопасность, но и увеличит пропускную способность. На объекте задействовано порядка 15 единиц спецтехники. Работы выполнены на 50%. Выполнены работы по срезке поверхностного слоя асфальтобетона, укладки, частичной укладки нижнего слоя покрытия, замена бортового камня, восстановление тротуаров, строительство новых тротуаров, строительство парковок. На модернизацию выделили более 76 миллионов рублей. Ремонт планируют закончить до середины июня. Продолжаем выпуск. Крупный производитель сельхозпродукции, предприятие «Губкин Агрохолдинг», входящее в состав агропромышленной группы БВК, занесено на областную аллею трудовой славы. Его успех – устойчивое многопрофильное производство. Команда из 200 специалистов выращивает зерновые и бобовые культуры на полях площадью 15 тысяч гектаров в Губкинском городском округе. Кроме того, сельхозпредприятие откармливает бычков на животноводческом комплексе неподалеку от села Никаноровка. Как замкнутый цикл помогает устойчивости бизнеса? В следующем сюжете. 17 лет назад сельскохозяйственное предприятие «Губкин Агрохолдинг» было создано из 4 убыточных хозяйств Губкинского района и вошло в состав агропромышленной группы БВК. Таким образом, в компании появилось предприятие, способное обеспечить кормовой базой животноводческие комплексы и создать полноценную цепочку от поля до прилавка. Здесь занимаются выращиванием зерновых, технических культур, которые затем на комбикормовом заводе перерабатываются в комбикорма. И эти комбикорма используются уже для откорма животных в свиноводстве, мясном животноводстве, крупного рогатого скота. И у нас есть еще такое производство, как индейка. Значит, после этого все это попадает на Губкинский мясокомбинат, где производится мясная продукция, колбасы, деликатесы мясные. И уже потом в торговлю. То есть
практически полностью замкнутый цикл. В прошлом году здесь собрали 60 тысяч тонн зерновых и бобовых культур, на 25% перекрыв показатели прошлого года. Кукурузу, подсолнечник, пшеницу, овес, ячмень и сою выращивают не только для собственных нужд. Часть урожая отправляют и на реализацию. Вырученные средства используют для развития. Около 800 гектар ежегодно сеем подсолнечника. До 1500 гектаров сеем сои, сеем. Вот. Многолетние травы у нас еще есть, потому что у нас же, раз животноводство есть, мы заготавливаем сено. Более 1000 тонн каждый год для того, чтобы кормить скот, который мы держим на откорме. Ну, все это в основном на внутренние нужды. Губкин Агрохолдинг – одно из немногих хозяйств в области, которое занимается откормом крупного рогатого скота. На комплексе в селе Никаноровка может содержаться до 12 тысяч бычков. У нас есть отдельная площадка для малышей, где они первые 3 месяца содержатся, а затем переводятся на комплекс по откорму. Для телят и быков, произведенный на одном из собственных заводов в губкинском поселке Троицкое, питательный комбикорм, который в рационе 15 месяцев. Этого времени с лихвой хватает, чтобы взрослый бык набрал вес до 450 килограммов. Продают губкинскую телятину по всей России. В прошлом году компания реализовала более 3000 тонн мяса говядины. Мы понимаем, что основной рынок нашей продукции – это Белгородская область. И поэтому, ну, скажем так, стараемся не терять свое лицо, свою марку и производить ее качественно. К слову, вся посевная и почвоперерабатывающая техника у предприятия собственная. Осенью прошлого года СП «Губкин Агрохолдинг» засеял более 3500 гектаров озимых культур. Сейчас сельхозпроизводители заняты посевом яровой пшеницы и однолетними травами для откорма животных. Отборные корма – база для развития животноводства и производства качественной продукции. Мясо говядины, свинины, в том числе в охлажденном виде, ароматные деликатесы можно всегда найти в фирменных магазинах губкинского мясокомбината по всему региону. Оксана Черных, Дмитрий Жиляков. Такой день на Мире Белогорья. На аллее трудовой славы и староскольские коммунальщики. Их работу также отметили на региональном уровне. Компания «Солнечная» стала лучшим предприятием социальной эффективности. Престижной награде шли несколько лет. В рейтинге областного госжилнадзора неизменно в лидерах. Тесное взаимодействие с жильцами, проверенные кадры. В чем еще секреты успеха и как в целом выстроена работа староскольцев? В следующем сюжете. Жительница микрорайона «Восточный» Лидия Мелехова в управляющей компании гостья нечастая, только по необходимости. Когда очень надо. Пенсионерка разбила у дома клумбу и теперь просит коммунальщиков помочь в ее благоустройстве. Я всегда принимаю людей. Ну зачем людей гонять? Нет, открыто. И я знаю и уверена, что любой мой сотрудник, что техники, мастера, экономисты, бухгалтера всегда примут человека. На обслуживании у компании микрорайон «Солнечный» 9 домов в «Восточном». Общий жилой фонд – 272 тысячи квадратов. Это 30 многоквартирных домов, 15 тысяч человек. Мы обслуживаем дома и прилегающую территорию к этим домам. Также малые формы, которые находятся на нашей территории. Детские площадки, пешеходные дорожки, тротуары, дороги внутриквартальные. Зимой очищаем от снега, посыпаем. Летом косим траву, завозим песок, чернозем. Эти женщины метут утром, днем и вечером. А еще вывозят контейнеры, моют подъезды, обрезают кустарники, убирают листву. Работы всегда хватает. Наталья Сотникова признается, нынешний коллектив подбирался десятилетиями. 68 опытных специалистов, от дворников до инженеров. На каждого можно положиться. Когда начинают говорить, вот там не умеют, плохо делают, я приглашаю к нам на работу, пожалуйста, придите. В любой подъезд, на любую территорию, какую вы захотите, мы вас поставим, покажите. Жильцами управляющая компания давно и активно общается через социальные сети. Работает организация и сайт. Можно ознакомиться с тарифами на услуги, передать показания приборов учета, задать вопрос. Неравнодушные жильцы – еще одна гордость управляющей компании. В разных районах Солнечного и Восточного они высаживают цветы и ухаживают за кустарниками. У нас очень много жильцов, которые не просто сидят и выглядывают в окошко и говорят о том, что надо что-то сделать. Они выходят и делают. Сейчас все-таки стали люди больше говорить спасибо. Занесение на областную аллею славы – престижная награда для трудолюбивого коллектива. В организации не скрывают, к независимой оценке качества всегда стремились. Ведь показатель успешной работы не только в отзывах жильцов, но и в признании коллег и экспертов.
Оксана Черных, Сергей Лихвер. Такой день на Мире Белогорья. В завершение о спорте. С золотом вернулись белгородцы с международных соревнований по карате «Кубок дружбы», которые на днях завершились в столице Беларуси. Всего наши спортсмены привезли 7 медалей. На татами собралось более 1000 каратистов. В борьбе за призовые места участвовали ребята из 7 стран. Насколько сложными были поединки, узнала Светлана Гмыря. Общая разминка, отработка техники, занятия в парах. В тренировках ребят есть еще одна важная составляющая – карате – японское боевое искусство. А философия – одна из его основ. Приветствие, поклоны, уважение к залу и тренеру – далеко не все, чему учат спортсменов. Мы стараемся на каждой тренировке с ними вести какие-то беседы, в зависимости от, опять же, тематики, то ли это соревновательная направленность, да, как себя вести. То есть мы пытаемся и психологически настроить каждого ребенка на соревнования, потому что у нас вид спорта индивидуальный, и каждому спортсмену нужен индивидуальный подход. На международных соревнованиях «Кубок дружбы» в Минске выступили 30 лучших спортсменов Белгородской области. 7 из них заняли призовые места. Дарья привезла серебро, а ведь всего полгода назад девушка перешла в новую для себя абсолютную весовую категорию. В абсолютных категориях очень тяжело выступать, потому что сами по себе и количество людей там большое, и спортсмены обладают не легким весом. Это медаль в этой категории сейчас, ну, скажем так, наиболее значимая. И я думаю, что в карьере у нее, в ее на данный момент, самая значимая медаль, потому что это международное соревнование, где участвовало около 1000 спортсменов, и много стран было. Первые два боя Даша провела уверенно. Сумела найти слабые стороны противников. Третий был сложнее. Немного потеряла хватку и отдала инициативу сопернице. Я уже пропустила несколько баллов. Я смогла на последних секундах их отработать. В финале, получается, на последней секунде я пропустила балл. Из-за этого проиграла. Но я не сильно расстроилась, потому что второе место – это тоже хороший результат для таких соревнований. А вот Виктория взяла золото. По словам тренера, у оппоненток не было шансов на победу ни в одном из поединков. Девушка признается, не представляет себя в другом виде спорта. Что ты чувствуешь, когда занимаешься? Свободу. Ну, мне комфортно заниматься в карате. Я считаю, что я правильно пошла. У меня мечта выиграть где-то, ну, Россию. Уже в конце июня ребята отправятся на всероссийские соревнования в Махачкалу. Будем следить за результатами наших спортсменов. Светлана Гмырь, Денис Копыч. Такой день на Мире Белогорья. И к этому часу все. Я Наталья Титова. Узнавайте о самом важном в регионе вместе с нами. Еще больше новостей в телеграм-канале Мира Белогорья. Переходите по QR-коду, подписывайтесь и будьте всегда в курсе событий. До встречи.